Всем привет, с вами Балканский Бомж, и сегодня мой чудесный милый оператор сняла мне некоторые кадры с границы на Сан-Исидро, а также изнутри на пункте пропуска и уже с американской стороны. Кстати, у нее не спросили документы те самые американские офицеры, которые стоят на пешеходном пункте пропуска на мексиканской территории. Так что вы тоже можете попробовать, возможно, это получится и у вас. Впрочем, никому не советую, просто сообщаю это как информацию для общего развития. Смотрим. Я благодарю вас за просмотр, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайк, пишите в комментариях что-нибудь хорошее для моего оператора. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напоминаю, что новости с границы у нас выйдут в четверг. Всем пока!